Ой, я королева Англии. Я заблудилась. Все мои охранники куда-то пропали. Мне нужны новые охранники. Поможете найти мне охранников? Да. О, ну, Incredibles. Я вам помогу. Я вам сейчас быстро найду охранников. Будешь охранником? Нет, не другом, а охранником. О, ясно, этот не пойдет, не подойдет. Маша, будешь охранницей? Ну, здорово, здорово. Ну, а ты знаешь, что охранники делают? Да не кушать, охранять королеву. Нет, вы не подойдете. Что? Мои кандидатуры не идут? Так, Рэнди, Бокс, твои кандидатуры. Это? Лунтик. Так, ну, давай, Лунтик, будешь охранять? Я Лунтик. Ну, а будешь охранять королеву? Знаешь, Коля, мне кажется, дружба не зависит от цвета самолетика. Какие самолетики? Охрана королевы. Облака так похожи на пушистые ножки. Не, он слишком рассеянный, этот Лунтик. Он явно королеву не убережет. Так, ну, может, тут попробуем так найти охранника. Так, кто может охранять? Не-не-не, не бродить, а охранять королеву. Что? И вы хотите сказать, что он сможет охранять королеву? Да. Ну, мне очень, очень в это туго верится. Так, ладно, следующий кто у нас? О, привет! О, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Доброе утро. Так, ну, кого ты посоветуешь? Себя? Не, мне нужен умный охранник. К тому же такой, который не ест все время мед. Ну и что? Этот охранник все время с гармошкой будет ходить и играть? Я. Ну, третий винни тебе. Третья попытка. Кот? Его кормить надо. Нет. Кот не, надо, нет, не пойдет кот. Так, следующий кто у нас? Тролль. У нас тролль. Так, тролль. Кого ты посоветуешь? Сидит ворон на дуб. Ворон? Он играет во трубу. Зачем ворон? Труботочная, позолоченная, песня ладная. Не подходит. Может, тут найдем где-нибудь в Европе, а? Давай поищем в Европе. Они танцуют. Есть у меня танцоры в замке. И мельницы у меня работают. Вот. Охранники! Нет, они не охранники, они трубачи. Да, вот-вот, и Биг Бен тоже надо же охранять. Ну нет, только не дудилки. Нет, ясно, пока не нашли. Следующий. Хо-хо, мистер Инкредиблс. Ну, твоя попытка. Так, ну кто будет меня охранять? Что? Какой слон? Какой слон в зоопарке? Это полосатый слон. Его же самого похитили. Как
как он будет меня отхранять? Клоунс. Клоун? Да не бойся, клоун. Клоун, он шутит, шутки делает, а не охраняет. Ах, может быть, в айфоне что-нибудь найдем? Найдем себе охранника, так. Босния и Херцеговина. И что, в этой стране можно найти охранников? Да. Да? Кого, например? Из Сараева. Из Сараева, ага. Правильно, там уже были Олимпийские игры. Угу, круто. Там много охранников осталось. Ну, еще где? Бангладеш. А там что за охранники? И в Даке. В Даке? А, это магазин Дако в Резекне есть такой. В Юпатовке все. Да. Ну, не-не-не, они не такие хорошие. Ну, последняя попытка. Бермуда. Не, там Бермудский треугольник, там все люди, все корабли, там все пропадает в этом треугольнике. Нет, только не это. Извини, Incredibles. Ага, Рэнди, ну, кого ты нам еще посоветуешь? День рождения. Birthday. Спасибо, что поздравили меня с днем рождения. Я это очень ценю. Но мне нужны охранники, которые смогут меня вывести на дорогу. Веселый. Happy. Нет, я не веселая. Я не веселая сейчас. Тут в лесу спать? Не. Я боюсь. О, может, тут же есть кто-нибудь, кто поможет? Как-то Машины именины, испекли мы горох. Ах, как это вкусно! Вышины, вот такой едины. Каравай с чаем. Да, ну и кто меня выведет из леса? Так, Винни-Пух. Ну? Я знаю, что у тебя опилки. Может, найди мне того, кто меня выведет из леса. Что? Даже зебра не может вывести. Ну, я знаю, тебе помогут. Барбоскины. Ну, давай попробуем. Каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм Супермена и иду бороться со злом. Во, он мне, папа Барбоскин как раз мне подходит. Он Супермен, он суперохранником будет. Барбоскины. Почему еще не спим? Ночь на дворе. А ну-ка, марш. Не спать. Мне помогать. Ой, папа, самый сильный, самый смелый и самый отважный мега-супермен вселенной. Ладно, Винни, спасибо. Надеюсь, не пойдет спать Барбоскины и выведут меня из этого леса. Да. Ну, а ты, тролль? Я хочу спросить зеркальце. Давай, дорогу спроси. Нет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Где дорога охранников? Дорога охранников. Стук. Значит, охранники живут где? В лесу. В лесу, в избушке. Скушай яблочко. Нет, оно отравленное, я сказки слушала. Как мне выбраться из этого леса все-таки? Ну, мистер Incredibles, вся надежда на тебя. Мистер Incredibles. Да. Тише, Винни. Да. Не твоя очередь. Что? На такси? Какой такси, блин? В лесу? Что ты мне говоришь? Такси в лесу? Это вообще? Еще пробую. Что? Даже мои охранники не поют тут. Что это за песня? Ну да. Ну, сначала... Так, кто там дальше? О, Рэнди Бокс. Ну, сначала, королева, тебе надо определиться. Сколько ты вообще хочешь охранников? Я хочу
20 охранников. Где я тебе 20 достану? В леса. В лесу? В лесу охранники не живут. Ну, хоть одного, да? Ну, давай спросим. Я знаю, кто может знать. Деда Мороза, давай спросим. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Иду. Нам бы хоть одного охранника найти. С помощью этого музыку. Ага, ясно. В компьютере, значит. Ясно, идем смотреть. О! Привет, ребята. Надо посмотреть компьютер, да? О, это я в детстве. Круто. Вот он, нахрен. Ага, это кандидаты в охранники. Ого, так, кого же мы выберем? Scots, Irish, and Welsh Guards, and the Highfield Brigade and the regiments in it no. have been noted for ever since for their very high standards, not only in peace, but also in war, in battle. Так, где тут второй? Сейчас выберем королеву. Во! Целая армия тебе охранников идет. Вау, круто! Я скоро вылезу из леса! Спасибо вам, спасибо.